Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас будет очень интересная и полезная тема ролика, а именно, как не палить свои личные данные. То есть, сейчас вам покажу одну фишку, вы, наверное, очень многие удивитесь. Значит, смотрите, когда вам приходит какое-то уведомление, да, вот на заблокированном экране, к примеру, да, раз, я кто-то и отправил, видите, то есть, и любой человек, который может взять в руки ваш телефон, ну, даже заблокированный, да, он может прочитать вот это вот любое сообщение, там, вам денежки пришли, там, с работы, да, то есть будет это уведомление показываться, вам пришло там сообщение от какого-то человека, это все будет показываться. Так вот, сегодня расскажу, как это все скрыть и не палить личные данные свои же, да, чтобы никто не мог, случайный пользователь, даже если прохожий взял ваш телефон, там, коллега еще, он не сможет ничего прочитать. Я покажу, как убрать эту настройку. Для этого нужно зайти в настройки своего телефона, дальше спуститься вниз и найти такой пункт, который называется «Управление» и «Центр управления». Сейчас мы найдем. Вот он, «Уведомление» и «Центр управления». Вот так вот называется. Кстати, хочу сказать, что эта фишка работает только на телефоне Xiaomi. Ну, я делаю, по крайней мере, на телефоне Xiaomi. Если у вас другой телефон, вы напишите, постараюсь вам помочь. Так вот, следующая настройка, это вот экран блокировки нас интересует. И здесь вот много различных настроек, они нам не нужны. Нас интересует вот это вот, показывать уведомления и их содержимое. Таким образом, переходим сюда, и здесь у нас стоит показывать уведомления и их содержимое. Второй пункт. Показывать уведомления и скрывать их содержимое. Не показывать уведомления. То есть вы уже отталкиваетесь от того, что вы хотите. Если вы укажете не показывать уведомления, то есть если какое-то уведомление придет, то вам оно не покажется. И вы уже должны заходить непосредственно в тот же самый мессенджер, где уже эту настройку, где будете читать сообщение. Я рекомендую поставить вот эту вот настройку «Показывать уведомления и скрывать их содержимое». Таким образом, вы сможете скрыть всю информацию, но будет видно, что вам пришло уведомление. Сейчас мы все протестируем. Включаем этот пунктик, полностью выходим. Опять-таки блокируем экран, ждем, пока нам не пришлют сообщение. Нам сообщение уже прислали. И вы видите, что у нас будет просто написано, что с Telegram мессенджера пришло уведомление. Ни от кого, ни какое время и так дальше, а только что с Телеграма. Точно так же само с ВК, точно так же само с Инстаграма, с других мессенджеров. Очень полезная настроечка. Думаю, в ней воспользуйтесь и вы. Также поддержите это видео лайком и подпишитесь на мой канал. Чем больше просмотров и комментариев, тем я буду видеть, что ролик реально, ролики вам нравятся. Я буду снимать новый качественный контент. Всем пока, всем до скорого.